проснулись? Подписчиков у нас их дома вообще. Подписчик, ну, кому-то скажи, я бы не поверила. Да, Лёш? Ты поверил бы? Нет. Я тоже. Капец, я, смотрите, как кудрявый. Мы легли где-то, был уже рассвет. Было сколько время? 4 утра. Было 4 утра. Представляете? Вообще. Я что-то всю ночь ворочалась, мне было душно, жарко. Вот. И как-то я всегда, когда в гостях сплю, я первую ночь не сплю. Ну, как-то я слушаю все, что-то вот, не знаю, как-то на стрёме. Не могу отключить мозги и уснуть. Вот. Второй день только могу отключить. Ладно, неважно. Какие кудряшки-то. Ну, класс. Еще после бассейна. Бассейн, конечно, шикарный. Да, Леша? Угу. Так что все, давай, вставай. Люди уже встали, мы тут. Лежим. Давай, Леша. Да, конечно, рыбешки. Смотри, какие красивые. Так мне нравится. Розовенькая, красивая, желтенькая. Вау, вообще. Красивые такие. Я проснулась, смотрела, как рыбки плавают в аквариуме. Какая статуэтка, там с собачкой. Вообще, платье красивое. Чего это сделано? Фарфор, походу. Или что это? Нет, не надо, это слушай, видеть, это кошмар, нет. Я даже камеру быстро поворачиваю. Леша, как тебе? По-моему, шикарно. Место на выделение, просто, не знаю, королевское какое-то. Да? Шикарно вообще. Шикардос. Классный ковер. Такой воздушный, да, какой-то? Суперский. Такой мягенький прям вообще. Хорошо так подобраны обои. Шторы, смотрите, как красиво, с блеском. Нравится. Со вкусом красивенько. Ковер, конечно, вообще бомба. Так, встаешь, все в цветочках. Леша пришел. Все в цветах, шарах, ну вообще. Еще клубнику с грядки собрали. Смотрите, я вчера пробовала, вообще вкусная клубника такая. Уже созрела, она какая-то клубника такая. Пирог вчера. Необычно. Не знаю, снимала, нет, на видео. Пирог. Павлову еще сделала. Вообще. Бутерброды тоже уже сделала. Кстати, сыр вот этот нам понравился. Вот этот. И вот этот. А мне вот этот понравился. С томатами, с базиликом. А это пармезан. Да-да-да. Мне понравился. Пармезан. Такой твердый такой. Как вот. Прямо вот надо. Цветы цветут, конечно. Красиво. В цветах. Еще белый. Малинный куст. Красиво. Тут все в малине. Смотри, сколько машин. У тебя что, чай? Угу. У нас чай-чаевник. Я не могу такого. Омлет только сделала. Помидорки, огурчики. Омлет красивый такой. Зеленый. По-моему, даже на сале жарили. Салам пахнет, потому что. Пытаемся по Ильинке. Мы сейчас сядем, все, пацаны, я уже здесь чего, сколько мы проехали. Таких, как вот крайний, сгорели, где-то подстроили. Это делали тоже магазину. Сейчас частник переделал. Это наш следующий еще дом творчества будет. Конечно, маленькая работа не хватает, а здесь так сажать на свою жизнь, да? Как мы
хозяйства мужем? Да никакого хозяйства нет. Ты что, коров знаешь, сколько раньше два стада было? Сейчас молоко я езжу в другой, этот поселок покупать. Даже за два поселка езжу. Нормального фермера я беру. Ну, нифига себе. Кабан, да? Не в Кабанск, получается, в Югово. То есть сейчас Троицк, Каловка, ну и это. Да. Доски вон возят какие-то. Не, ну вот этот... Какой-то же предприниматель зашел же эти, сделал же ведь эти самые, купили-то эти. Ну это город что? А это Зоя, город? Это же борцы, эти как сумисты-то, блин, наши. То есть они тоже ко мне все, как крещение, что-то печатать, бегают. Ну, все меня заманивают, давай, а мы здесь живем, я в этом бассейне один раз только, как говорится, и был, и то, как говорится, тоже родственники приехали, а так нафиг не надо, я говорю, угораю, говорю, у меня точно как у тебя же бассейн в камине, летом горячий, зимой холодный. Он говорит, блин, скопировал, кто у кого. Вчера я Лену брат спрашивает, что бассейн термальный? Ну, ему фотографию сделали. 30 градусов сфоткали. Бар такой идет, да. И он ей говорит, ты это самое. Опа, знаете, Глеб несет. Сань, здорово. Оказывается, еще гостиничный какой-то комплекс строят рядом с бассейном Милинки. У меня-то когда брат приезжал, он прям чуть ли не каждый день сюда мотался. Да, не, он не купаться, он любит бассейны, вообще обожает. Летом приедет, пусть к нам заезжает. А с микрофоном. Я его передам. Кадрова. Мне просто интересно, какой рост. С мой рост или ниже? Слушай, это осока такая или... Пушечки, он нарви, он. Ну ты чё, она такой есть не будет вообще? Ты чё? Фига себе, она выше меня, трава, вообще. Ой, какой здесь лес классный. Вообще. Ну, такая детская площадочка. Беседочка даже у нас. Две даже. Кажется, вот этот суп горячий. Тайга, можно сказать. Рассказывали, что медведь даже тут в гости приходил. По поселку, по центральной улице гулял. В общем, до Байкала здесь отсюда 45 километров же, да? Правильно я говорю? 50 минут где-то. Ну да, 50 минут вот на Байкале. Бабушкин, вот видите, разметка. Ну, революционное табло. Тут просто там ничего не было, да? Да, года два, наверное. Блин, ну красиво так, ты живописненько туда. Ну люди, смотри, купаются. Блин, ты видел вот это озеро тихо? Ну я приезжали, когда мы, да, видела, как на Байкал-то едем, я видел. А там что за домики? А вот там вот с коричневой крышей, что за домики там слева? Это типа тоже вот. Какой-то навес там, что-то я не знаю, или что-то торговля какая-то или что. Как интересненько. Так как будто бы это. Домики отдыха, похоже, что. Ой, кстати, красиво. Смотри, сделали. Здесь вообще класс, смотри, отдыхать можно, вон. Раз, покупался. Участок очень интересно. Главное, ровно прям цветы. Рядом нету цветов. Или специально так сделали, я не знаю. Интересно. Вот эти вот цветы желтые. Откуда прорвало фига? Пикник у людей, он купаются. Оно раньше было такое озеро заброшенное. Нет, ни вывески, да. Ничего, что-то такое непонятно. Ну, как заброшенное? Здесь вот пляжное место было, но вот это вот насыпное сделали. Он до этого места был. Я еще кошки держал, сейчас сюда за песком ездил. Интересно. Здесь еще пустой, но, беседки? Как сказали, рассчитывал. Скорее всего, что это на горячий источник, когда у них не было гостей, что люди туда приезжают, надо остановиться, а негде. Он сделал. Мангальная сейчас зона. Они свое строят, еще неизвестно, но будут ли здесь, у меня пойдет ли. Блин, вот. Тоже вложился, да, ну, да, то есть вот в этом плане как бы, ну, разговор был на это, но опять же разговор еще есть, что он здесь вроде как рыбу хочет посадить. Я только не знаю, здесь местный, это, блин, как он запретит местным порубачить. Я думаю, да, рыбу стали разводить там. Не, ну, навесы есть, видишь, от жары можно хоть спрятаться. Лебедей еще, гусей туда пустят. Ну, не знаю, может, лебедей? Не, ну а что, для рыбаков-то вообще не водило рыбачить. Ну, да, что, абонементы какой-нибудь раз, ну. Вперед для лебедей. Надо еще поискать, которые что-то берут на себя какую-то ответственность, строят, пытаются. Тут озон даже есть. Так оно не сегодня ли, крестный ход, вот машины совсем стоят. А-а-а. Даже возможно сегодня они попрут сейчас туда.
Часовенько, вот мы вышли. Вот какие-то бабочки летают. Какие-то бабочки. Ну, обалдеть, какие красивые. Ой, какие красивые бабочки. Там вот сверху часовенько, надо смотреть. Сейчас будем летать. Вот. На мамике туда подойдем, посмотрим оттуда виды какие. Потом видео, может быть, скину. Здесь же будет видео. Ой, конечно, душно. Блин, душа с сигаретой сотрет. Понючи. Прям. Тут мне Лени Ивана купала. Нифига себе, пылит-то. Давай, полетел. Все, пошел. Прикинь, что-то тормознул. Сделал этот. Да, у меня ликует экран вообще что-то. Сейчас вот так нацелюсь. Ну, церквушку, все, мы пошли. У меня вообще-то все отражается, в чем видно. Короче, это походу один. Да ты без телефона смотри глазами. Мы летим к Илинской священной горе. Среди сакральных мест Бурятии множество святынь, относящихся к православной религии. Одной из таковых является гора в поселке Илинка Прибайкальского района. Это гора Иоанна Предтечи, святого, являющегося по описанию крестным Господним. Всего 3 года назад на Илинской горе появился синий рукотворный символ посещения ее вершины – беседка, неподалеку от которой установлен металлический белый крест. Это место массового паломничества православных верующих людей не только из Илинки и близлежащих сел, но и со всей Бурятии. Сюда съезжаются даже жители других регионов. Те, кто мало знаком с культурой православия, по-свойски именуют гору Яна горой исполнения желаний. Чаще посещают место женщины, желающие иметь детей, и те, кто просто ищет душевного равновесия и успокоения. Бабушка села. Видит, видит. Кучила на видео снимаю. Я так хотела, чтобы она мне села на руку, но сама заметила. Обалдеть. Машина сейчас поехали реагирует. Человек-то гонял, конечно. Побаиваются, но похоже прикольно. Они ну, такие не боятся. Малые даже по видеоролику показывают, не успевают. Ой, ничего себе, да, напугали. Пойдем на крестный ход. Сейчас я снимать буду. Ух ты, ничего себе! Обалдеть! Ты бы низко-низко проходи! О, как красиво! Пусть тебя катят! Нет, не надо! Обалдеть!
Я боюсь, что там будет какая-то. Давайте. Шикарно, спасибо. Ну как? Это было шедевр. Сходи. Слушай, только душу, а так убрать. Я же знаю, почему тебе и сказал. Смотрит, я просто в шоке. А как освежает-то вообще? Здесь прямо с ведра, какая сила. Я вон-то не понял, думаю, я боюсь воды. Офига, посмотрите, какая толпа. Я вообще такого никогда не видела в жизни. Леша сейчас зря не пошел, его бы сейчас от души бы потрепали бы. Обалдеть. Я вообще меня на таком здесь постоянно пире. Окатывает. Офигеть. Так он еще с таким. Держи. Тебе вообще с ума сойти. Ну да. Как напал с этим синдромом. Вот видите, как прикольно. А еще прикольно. Вам, блин, надо еще на 9 мая к нам приехать. Да, вообще, конечно. Еще козёба людей. У нас здесь на 9 мая, знаешь, как интересно. С ума сойти. День Ивана Купала. И вот местные в селе, они вот идут, крестный ход получается. Они вышли из церкви, да? Да, потом на гору. И до церквушки, которую мы снимали, это горы, там церквушка, вот они все туда идут, хотя жара, очень жарко. И вот у них сзади еще 4 бака с водой. Зря Леша не остался здесь, он тут не побоялся выйти, да? Что дверь захлопнется. Я думал, дверь закроется, а потом... Ну вот, нас так катили конкретно, всех троих. Я такой вообще первый раз такие эмоции я испытал вообще, честно. И столько людей, и это. Необычно. Так все серьезно идут, и главное, батюшка так серьезно настроен. На тебе, держи. Ищу по лицу так до конца всей отца, души. Сына, а я такая, спасибо, духа. Спасибо. Не сказать там, помолиться. Аминь сказать. Я, спасибо, спасибо. Ну, по-моему, подгорело маленько. От души, конечно. И там фотограф этот второй стоит, фотографирует. Куда это выложит, не знаю, это фото или это видеосъемка была, не знаю. Я уже вся мокрая. Ну ладно, свежили, зато хорошо. Тебе тоже надо было. А ты остался. Я хотела бы на это посмотреть шоу мокрых рубашек. Лена. Я не знаю, что это.
И портфель не забудь взять. Вот он, наш. Идем, мой ресторанчик. Идем, давай. Папе обед там стоит. Ребята, мы намылись в бане. Это было шедеврально. Особенно, знаете, у них же получается баня. Добегаешь, там бассейн. Там такая одичка прохладненькая. Ой, просто сбежали с душного города. Такой кайф. Нереально. Просто два хорошо. Дня, да? Два дня в каком-то раю живем. Вообще. И накормят, и спать уложат. И в банька, и в бассейн. 33 удовольствия. Я такая говорю, блин, Лёша, какие у нас подписчики, оказывается. Блин, такие добрые. Капец. Я вообще в шоке. Нахожусь в каком-то, пребываю в шоке, да, Лёша? Лёша, это вообще... Мне понравилось, что это баня, бассейн. Нет, о, ну не... баня, от бани, конечно, тащится. Баня, я знаю, что это баня. А вот баня-бассейн, прикольно. Сегодня вот именно по-другому, когда вода там прохладнее была, вчера тёплая да, была. Да, и на улице сегодня свежий воздух свежий такой прям. Да, ну, так. По-другому уже совершенно. Да, вообще классно. Вообще шикарно, конечно, вообще, я тащусь. Сейчас бы сидели в душной квартире, да, за компьютерами. Сидели бы, вентилятор бы врубили, посидели. Ну, Артем, интересно с нами, конечно, с пацанами интересно. Я вот голову помыла. После бассейна волосы сухие. Ну и вообще они уже грязные два дня. Фу, так хорошо. Особенно сегодня еще такой ветерок классно обдувает. Нам Артем пишет, что там дождь в городе. А здесь, ну, ветер подул, как бы, и все. Больше ничего. Дождика не было, но ветерок-то хорошо. Уже не ночью будет свежо. А это все боится простыть. А я, наоборот, ну, что-то хорошо, что прям вообще... Классно. И на родителей в душном этом сидят. Да, конечно. Я вот мечтаю, что тоже у нас будет дом. Так вот на веранде сидеть. Классно. В родителей привезла тоже в дом бы жить. Не знаю, мне кажется, прикольно было бы. Да, бассейн я тоже бы хотела. Прикольно. Особенно летом. Всегда водоем далеко. Я в чистом своем бассейне. Вообще мило дело. Вот. Так что вот такие дела. Короче, у меня тоже... Такое желание, я хочу в своем доме жить, но чтобы у меня из окна был лес, видно, встаешь, в лес пошла, там деревья, березы, ели, сосны, кедр, ну такое, вот, чтобы было спокойно, тихо, ну тут, конечно, у них бывает, что, видите, рассказывали, что молодежь здесь в центр собирается и устраивает вечеринки. Вот. Так красиво все в цветах. Еще кайфую. Глазам красиво. На душе хорошо, спокойно. Ладно, что-то я это... Лирическое отступление. Короче, тоже хочу дом. Хочу дом. Много чего хочу. Блин, смотрите, волосы. Вот намазала кремом, чтобы это... Расчесать легко было. Я там капец на воды полбака, наверное, спустили сейчас, Лёшка. Фу, ладно. Смотрю, стою на вот эту красоту, на цветы, на эти. Умиляюсь просто. Я бы, наверное, тоже бы, наверное, засадила. Газон бы сделала, засадила
газон, ну, то есть у меня была бы там, ну, пара грядок, у них тоже, в принципе, немного. Деревья, короче, я хочу, чтобы были, чтобы тенек был. Хотя, может быть, от них это будет живность. Вот тут сирень, такой вкус хороший, такой сирень, такой, такая тень хорошая, вообще классно. Вот, и цветы тоже я петунью бы рассадила бы. Да? Кроме петунии больше ничего не знаешь, что ли? Ну, мне нравится, что они такие яркие, красивые, такие пушистые растут. Угу. Ну, да, может, еще что-нибудь посадил. Пионы бы, наверное, тоже посадила бы. Вот. Фу. Тут жарко, блин, на улице так свежо, я пошла на улицу. Вот. Так что, такие дела. Че, Леш? Ничего. Мне понравилось просто, да. Бассейн-бань. Бассейн-бань вообще классно. Контраст такой прикольный вообще. Супер. Супер ощущение. Поры сужаются, вообще полезно. Контрастный душ и так далее. Ну, наверное, вы знаете, что я вам рассказываю. У многих, наверное, тоже бани есть. Вот. Ребята, вам круто повезло. Вы, если живете в своем доме, вам, наверное, жарко. Вы не спасаетесь от изнуряющей жары, вам хорошо. Вот. Многие пишут, что вот Ростов-на-Дону плюс 38 градусов. Ну, конечно, это вообще, да, с ума сойти. Это вот на берегу водоема надо в палатке жить или там, я не знаю, где, в домике каком-нибудь, да? Какой-нибудь уютной хижине сидеть и кайфовать. Там переносится жара легко, там свежо, хорошо. На Байкале, например. Фу. Ой, ребят, смотрите, вон. Знакомые тубусы, да? Они говорят такие, давайте там вам дадим, они типа вам еще. Пригодятся, такие, да. Прикольные. Ой, я не могу. Ну, кстати, понравилась нашу эту упаковку новую. Да, пакет. Угу. Прикольно сказали, как... Как это? На айфоне, типа. Угу, язычки там все дела. Ну, да, айфон нам, конечно, еще расти и расти. Я бы, конечно, еще тубусы другие бы сделала. Я хочу... У меня другие планы. Другие тубусы очень хочется. Ладно. Это все будет, я надеюсь. Блин, как жарко после бани. Вот так на улицу хочу выйти, не могу. Так жарко. У них такой указатель классный. Не знаю, видели вы, не видели. Здесь вот написано, что до Улан-Удэ 40 километров, до Байкала 45 километров. То есть им до Байкала, как отсюда до Улан-Удэ. Как, ну, нам до них, да, вообще рядышком, да. Прикольно. Москва. Смотрите. Таиланд. Таиланд до Москвы. Владивосток. Так, что-то еще написано, давайте посмотрим. Байкал, Турка. Ну, кстати, они больше любят в Турку ездить. Интересно, да? Хотя живут рядом от Нахлука, а нравится им больше Турка. Вот они любят туда ездить, отдыхать. Питер, Иркутск, Новосибирск, Чита, Пекин, Северобайкальск. А? Так это игрушка или что? Смотри на огонек, как он мерцает. Прикольно. Ты отсюда зайди с этой стороны. На огонек. Тлеет реально, как сигарет. А дым-то идет клубами. Он расширяется. Сбоку, снизу, сбоку, как дымок выпускает. Нет, с этой. А откуда дымок-то? Ну откуда? Сигаретки. Это, знаешь, я понял, как она работает. Там какой-то химический этот состав. Я понял. Ой. Че, прикольная штука? Прикольно вообще. Вот, Леш, почти как ты смотришь, да? Ну вот отсюда видно. А, ну, редь. Так придумали. Смотри, как кольца пускает. Прикольно. А там сколько комплектов было сигарет каких? Да их можно самому сделать, эти сигареты. То есть технологии, сейчас вам расскажу, что здесь. А, закручено там внутри. Ну, здесь два материала, так скажем. Сера какая-то. Нет, пахнет зато приятнее, чем обычная сигарета вонючая. Не, я знаю, вот что-то запах знакомый с детства. Не могу понять, что такое знакомое. А в туда наоборот. На меня что ли? В камеру. Это вообще здорово, как он стекает. Фига струя, ну где такое? Весь салон мальчика, нифига себе. Че, прикол? Вообще прикол.